Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами, что именно будет происходить, скажем так, далее на моем канале, ну и так далее. Я дала анонс, что будет у меня стоковый иллюстратор. Но у меня будет необычный стоковый иллюстратор, не как раньше, да, в виде какого-то закрытого курса, где я давала чисто техники по иллюстратору, да, то есть это был такой чисто технический курс. В этом году я решила разнообразить и сделать более, скажем так, живым. А в чем заключается процесс? А у меня есть подружка, которая заинтересовалась стоковым бизнесом. То есть раньше, когда я говорила, что я работаю на стоках, все на меня так реагировали, типа, где работаешь, чем занимаешься. И даже если я говорила, что я дизайнер, все равно было не очень понятно, что такое дизайн через интернет. Поэтому все мои подписчики или все мои стокеры, в основном, особенно векторщики, это были в основном через интернет, онлайн, с кем я вот общалась. И, наконец-то, в этом году одна из моих девчонок, с кем мы общаемся, в моем городе, она заинтересовалась, сказала, я тоже хочу. И я решила, почему нет, почему не записать это на камеру, почему не записать именно этот процесс, скажем так, возрастания или роста от нуля, да, от полного практически нуля до какого-то стабильного дохода. Тем более мне постоянно все спрашивают, ну вот, ну там расскажите все в цифрах, чтобы было понятно, сколько там загружаете, сколько можно заработать там за первый месяц, за первые там два месяца, за первый год. Там, через какое время можно выйти на стабильный доход. То есть, честно говоря, я начинала уже 4 года назад, и, наверное, цифры немножко подсбились, и мне кажется, оно будет уже просто не актуально, если я буду делиться своим опытом, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, будет интересно, или те, кому будет интересно, да, будут смотреть именно вот сейчас живой опыт. И сегодня у нас уже была первая встреча, где мы непосредственно уже не просто, скажем так, лялякали, да, там, чё, как бы сделать, там, да, типа обдумывания планов, нет, сегодня мы уже, у нас была непосредственно первая рабочая встреча, и я вам покажу, скажем так, фрагменты, и что мы делали. У нас был план. Итак, за сегодняшнюю встречу что мы сделали? Первое, мы от руки, да, на обычном блокнотике, я вам покажу вырезки, на обычном блокноте, скажем так, можно в клетку, можно А4, мы рисовали орнаменты. То есть кто как может, рисовала и я, и Тоня, мою подружку зовут Тоня, и, скажем так, мы обе рисовали вот просто как пойдет, да, как пойдет, орнаменты, цветы, чтобы это было не выдавливание из себя, а именно, скажем так, в удовольствие. Кстати, да, мы с ней договорились, что у нас сейчас будет главный, скажем так, фокус, да, чтобы это было в некотором смысле в удовольствие, да, то есть вот у меня в прошлом году была такая жесткая депрессия, да, где я просто, не знаю, выдавливала из себя, не знаю, там, последние капли, жила просто через силу. И тут у Тони примерно такая же ситуация, да, у нее тоже был и духовный поиск, и поиск вообще себя, и поиск, возможно, своих новых хобби, новых увлечений, нового направления, и мы с ней в этом сошлись. И сейчас у нас, грубо говоря, у обоих вот это вот стоит ключевой точкой, что да, мы согласны это делать, мы согласны развиваться, мы согласны работать, но именно в том формате, чтобы это было комфортно, чтобы это нравилось, чтобы это было приятно. И мы сошлись на том, что Тоне приятно и нравится рисовать именно в таком формате, да, то есть ей нравятся орнаменты, ей нравятся цветы, ей нравится именно вот что-то такое цветочное, женское, да, что просто расслабляет и, скажем так, отвлекает, да, то есть это просто контурная графика. Я, в свою очередь, да, так как проект у нас будет общий, стоковый канал у нас будет общий, то есть это будет некая творческая студия, где мы будем совместно пытаться, да, развить новый проект. Проект мы назвали Туласи, ну, просто потому что вот для нас это растение, да, обладает духовной чистотой, и мы решили символизировать просто наш проект с чем-то чистым, светлым, да, не с зарабатыванием денег, хотя, безусловно, это важная составляющая, да, что без денег жить нельзя. Но
потерять, да, вот именно вот эту нить человечности, да, ради денег, ну, то есть нет, как бы это не вариант, то есть именно помнить всегда то, что мы это делаем для удовольствия, для того, чтобы нам действительно, чтобы наше занятие нам приносило как минимум удовлетворение, да, то есть как минимум мы должны чувствовать вот эту связь, что мы идем по правильному пути, что мы делаем хорошее дело. Опять же, это не отменяет то, что мы будем много работать, да, вот этот вот факт, что много работать можно только, ну, там, не знаю, на нелюбимой работе, да, то есть нет, то есть работа может быть любимой, и работать можно по 24 часа. Главное – чувствовать вообще удовлетворение от того, что ты делаешь. Вот это очень важный фактор. Итак, после того, как мы нарисовали на А4 орнаменты, да, то есть мы их нарисовали несколько штук, штук 5, 6, да, то есть где-то 7, и из этих орнаментов мы выбрали один, да, выбрали один, который сейчас будем переводить в цифровую графику. Переводить в цифровую графику буду я. Это, скажем так, у нас такое некое в смысле распределение труда. У Тони есть навыки рисования рукой, и ей это нравится. У меня есть навыки работы на компьютере, тем более надо освоить все-таки мой планшет, который, да, у меня появился. То есть, в принципе, я буду отрисовывать в цифру, а Тоня у нас будет отрисовывать графику. И посмотрим, что из этого у нас получится. Ну, то есть для нас это тоже все экспириенс, нам это тоже все безумно интересно, ну и так далее. Еще что мы сделали за сегодняшний день? Мы подобрали темы, да, и, скажем так, будущие шаблоны, которые нам будут интересны. Да, то есть какие темы мы хотим охватить, опираясь на тот стиль, который мы выбрали. Вот, то есть, чтобы было проще нам как-то работать и двигаться дальше, мы, скажем так, выбрали вот этот некий стиль, да, некий такой цветочный орнамент, контурная графика, и уже опираемся на то, что какие вообще там праздники, события, не знаю, шаблоны, паттерны, да, то есть что вообще можно нарисовать этим стилем, да, то есть какие тематики. Потому что очень здорово, конечно, рисовать просто абстракт, да, вот просто абстракт. Но так как это нет фокусировки, нет конкретизации, нет чего-то такого конкретного, это не всегда хорошо, это не всегда правильно, да. То есть можно рисовать абстракцию, а потом эту же картинку, да, или этот же стиль подгонять под какую-то тему. Я вам все покажу уже в программе непосредственно. В следующем видео, да, то есть мы в следующем видео уже обработаем то, что мы нарисовали от руки, я вам покажу, как я перевожу это в вектор. И покажу два способа, да, опять же, мы ориентируемся на вот на начинающих, то есть первый вариант, это, конечно же, обвести все планшетом, то есть просто дотошно и скрупулезно все обвести. И второй вариант, который не стоит отвергать, да, это сделать трейс. И как раз я вам покажу, что такое трейс и как обвести. И заодно мы посмотрим, собственно, разницу, да, между первым и вторым. Все, и на этом все. Я надеюсь, видео было полезным и интересным. Я очень надеюсь, что наш проект получится. Опять же, вот эта история, что необходимо принимать любой результат, да, и вообще, в принципе, принятие жизни, то есть того, что есть на данный момент, это очень важный, ну, такой психологический фактор, да, чтобы не улететь опять в какую-то фрустрацию, мол, ой, а я думала, там, это там сразу золотые горы. Ну или там, знаете, просто не соответствует что-то ожиданию, и мы расстраиваемся. То есть вот этот вот факт, что что бы ни было, то есть к чему бы мы ни пришли, даже если мы с Тоней бросим через 2 недели, чтобы первое, не грызло нас чувство вины, а второе, чтобы не уйти там, ах, я неудачница, у меня даже этого не получилось. Ну и в третье, то есть просто принять любой результат. То есть если у нас не получится, не получится заработать доход, не получится ничего сделать, не получится рисовать, а, допустим, там Тоня не захочет, я останусь одна, или там я не захочу, и Тоня останется одна. То есть в любом случае принятие любого абсолютно результата, да, это очень важный такой психологический фактор, который я тоже хочу с вами вот поделиться, что вот у меня он есть, чтобы не перегружать себя чувством какой-то ответственности, что вот я должен, я во что бы то ни стало, я должен. Иногда это хорошо, но, к сожалению, в жизни, да, у нас не всегда получается так, как мы хотим. И надо все-таки уметь вот этот навык, да, принимать любой результат. Так как, мне кажется, мы идем на рисковый шаг, на очень рисковый шаг, то я, в принципе, 50 на 50, получится, не получится. Вот, у меня честный канал, поэтому я не буду вам сразу говорить, там, вот, конечно же, у нас выйдет, через месяц мы уже будем зарабатывать $1000. Все не знают, как оно все это дело получится.
В любом случае я буду с вами всем-всем-всем делиться. Заодно мы увидим вот живой результат. Да, это будет живой, практичный результат. Реально, что можно грузить, реально, сколько можно зарабатывать и реально, то есть какие вообще возможности. Вот, кому интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, безусловно, чтобы не пропустить следующие видео. Все, всем пока!